Праздник детства в Бердске продолжается. Для всех желающих, кто не смог увидеть номера хореографических коллективов в Международный день защиты детей, был организован праздник танца. «Танцуем с летом». Под таким красивым названием состоялся концерт хореографических коллективов города. Юные танцоры представили зрителям яркую программу, составленную как из русских народных плясок, так и современных танцев. Вне зависимости от возраста, каждый из участников старался выступить с полной отдачей, наполняя лето яркими красками. Это наше мероприятие, концерт «Танцуй с летом», логическое продолжение празднования Дня детства. Потому что там, где мы проводим День детства масштабно, в парке, не очень удобные площадки для танцев. И мы ежегодно нашим детским городским танцевальным коллективам предоставляем нашу прекрасную сцену, свет, звук замечательный, чтобы они здесь могли порадовать и своих родителей, и себя самих, танцевать в прекрасных условиях свои лучшие композиции. Огромная любовь к танцам юных воспитанников хореографических коллективов дает им возможность продемонстрировать всю красоту, пластику и грацию. И языком танца высказать свою безграничную преданность искусству. Для того, чтобы создать красоту на сцене, необходимо приложить немало усилий на репетициях. Однако порой даже стоя за кулисами, танцоров охватывает чувство страха. Но и с ним они справляются, как только начинается музыка. Когда стоишь за кулисами, то кажется, что ты сильно волнуешься, а когда выходишь на сцену, уже понимаешь, что все нормально и ты встаешь. Я увидела один фильм, и очень мне понравился, и я очень захотел пойти на танцы и учиться всякими трюками и танцами, и занимать хорошие места. Я с детства попадала под ритм, мне очень нравились танцы. Я постоянно попадаю под музыку, все правильно делаю. Я решила заниматься танцами. Рождение каждой композиции – это целое искусство. Но для того, чтобы перенести задуманное на сцену, необходимо провести большую работу. Каждый должен не просто выучить все движения, но и работать в команде. В первую очередь сталкиваешься с тем, что ту картинку, которая у тебя в голове, как техническую, так и, картинку костюма, ты не всегда можешь воплотить. Потому что зависит от многих факторов. Техническая картинка зависит от подготовки детей, от того, как они возьмут материал, потому что как бы ты ни хотела, возможно, в какие-то моменты они просто не готовы к этому. Приходится что-либо упрощать или, наоборот, усложнять. От этого все меняется, играет новыми красками. Юные поклонники танцевального искусства уверены, что лето – это лучшее время для танцев. А значит, впереди еще много времени для того, чтобы не просто отточить свое мастерство и дать возможность зрителям ощутить всю прелесть танца.